Праздничные выходные закончились трагедией в одном из частных домов Уссурийска. После нескольких дней совместного распития алкоголя 52-летний мужчина зарезал сожителя своей матери. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Он уже дал признательные показания, где рассказал, что нанес своей жертве удар ножом в живот. Подозреваемый в ходе следственного эксперимента показал, как все произошло на месте преступления. Мужчина заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.